обвинила Вячеслава Платона в запугивании. Депутат от платформы «Да» Инга Григорию, которая также возглавляет комиссию по расследованию дела о Ландромате, заявила, что бизнесмен звонил ей в среду и угрожал. Причиной якобы послужило отсутствие приглашения на слушание в комиссии. Народная избранница намерена обратиться в правоохранительные органы. Калификативе au fost aruncate așa, nemeritat. Прозвучали незаслуженные высказывания. Я подам жалобу в прокуратуру Республики Молдова. Запугивания продолжились и позже. Вечером возле своего дома я увидела подозрительную машину, которая совершила странный маневр. Григорий утверждает, что решение не заслушивать Платона было принято на том основании, что российские правоохранительные органы объявили его обвиняемым по этому делу. În vederea numitului Vecislav Platon este demarată cauză penală, dumnealui este învinuit în această cauză penală. В Российской Федерации Вячеслав Платон обвиняется в отмывании денег, в организации и участии в организованных преступных группировках на территории страны. Парламентская комиссия по расследованию не может заменить правоохранительные органы. Вячеслав Платон отвергает обвинение Григорию. Бизнесмен утверждает, что звонил только чтобы напомнить о ее обещании пригласить его на заседание комиссии. Я ей позвонил и спросил, вы же обещали. Вы же мне обещали, что вы меня выслушаете. Значит, ну, она начала сейчас говорить там всякую ерунду. Вот и все. Я сказал, что она лгунья. Хорошо, что я записал. Я изначально понимал, что она может как-то вот исказить разговор. Она сегодня пиарится, у нее выборы. Ей нужно какое-то привлечение к себе внимания. Платон готов опубликовать запись разговора с Ингой Григорию. Схема отмывания денег, известная как «Ландромат», затронула нашу страну в 2010-2014 годах. Согласно ряду журналистских расследований, ее применил бизнесмен Вячеслав Платон. Предполагается, что за это время он отмыл около 20 миллиардов долларов через один из подконтрольных банков.